Пользуясь случаем, хочу представить участников нашего ансамбля. Во-первых, вот эта очаровательная девушка, ее зовут Катя Косякова. Все, многие ее знают, она известная актриса, певица. Недавно приехала из Голливуда специально для нашего концерта. А это Алексей Яблоков, мозг всего электронного, что может, так сказать, маг и чародей синтезаторов, колдун и шаман темной электрической энергии. Вот, да, сейчас, секундочку. Сегодня, в общем-то, масленица, последний день вот этой масленичной недели, проводы русской зимы, как еще иногда называют этот день. В этот день принято есть блины, сегодня еще прощенное воскресенье, все друг друга прощают, едят, пьют блины и в конце сжигают чучело. Вот, к сожалению, чучела у нас нет. Ну, кого-нибудь сжечь? Сжечь, в общем-то, можно, в принципе, в конце можно сжечь друг друга. У нас за прилавком стоит канистра с бензином. Если надо, мы потом все здесь подольем, обольем и зажжем. Вот. Ну и песня следующая называется «Водка». Это танцевальная композиция. Я верю, что случится глобальный катаклизм, когда на всей планете наступит коммунизм, и вместо воды из-под крана потечет водка! Водка! И вместо воды из-под крана потечет водка! Водка! Не будет экстремизма, насилия, войны, и золото, бриллианты станут больше не нужны, когда вместо воды из-под крана потечет водка, водка, когда вместо воды из-под крана потечет водка, водка. Хорошо, все будут улыбаться, петь и танцевать, обниматься, целоваться, когда вместо воды из-под крана потечет водка, водка, когда вместо воды из-под крана потечет водка, водка. Я знаю, что наступит вечная весна, и мира будет править любовь и красота, когда вместо воды из-под крана потечет водка, водка, когда вместо воды из-под крана потечет водка.